Божьи слова на каждый день. Каждый шаг Божьей работы следует в одном и том же направлении. И поэтому в шеститысячелетнем Божьем плане управления каждый шаг непосредственно следовал за предыдущим, начиная от основания мира и вплоть до сегодняшнего дня. «Не будь прокладывающего путь», и никто бы им не пошел, так как если есть последователи, то есть и прокладывающий путь. Таким образом, работа передавалась шаг за шагом. Один этап следует за другим. И не будь того, кто открывает путь, невозможно было бы начать работу. И у Бога не было бы возможности продвигать свою работу вперед. Ни один шаг не противоречит другому, и каждый следует за другим в определенной последовательности, образуя поток. Все это делает один и тот же Дух. Но независимо от того, открывает ли кто-то путь, либо продолжает работу другого, это не определяет их личность. Разве это неправильно? Иоанн открыл путь, а Иисус продолжил его работу. Так доказывает ли это, что личность Иисуса ниже, чем Иоанна? Иегова выполнил свою работу прежде Иисуса. Можешь ли ты поэтому сказать, что Иегова выше Иисуса? Не суть важно, проложил кто-то путь, либо продолжил работу других. Самое важное – это сущность их работы и та личность, которая ее представляет. Разве это неправильно? Поскольку Бог намеревался работать среди людей, Он должен был возвысить тех, кто мог выполнить работу по прокладыванию пути. Когда Иоанн только начал проповедовать, он говорил: «Приготовьте путь Господу. Прямыми сделайте стези Ему. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Он говорил это с самого начала. И почему он мог сказать такие слова? С точки зрения порядка, в котором были сказаны эти слова, именно Иоанн первым заговорил о Евангелии Царства Небесного. А Иисус говорил уже позже. В соответствии с человеческими представлениями, именно Иоанн открыл новый путь. И, конечно же, Иоанн был более великим, чем Иисус. Но Иоанн не говорил, что он Христос. И Бог не свидетельствовал о нем как о возлюбленном Сыне Божьем, а лишь использовал его, чтобы открыть путь и подготовить путь Господу. Он проложил путь для Иисуса, но не мог работать от имени Иисуса. Вся совершаемая человеком работа также поддерживалась Святым Духом. Именно Иегова проложил путь в период Ветхого Завета. И труд Иеговы представлял весь период Ветхого Завета и всю совершенную в Израиле работу. Моисей просто поддерживал эту работу на земле, и его труд можно считать сотрудничеством со стороны человека. В то время говорил именно Иегова, и он призвал Моисея и возвысил его среди народа Израиля, и побудил Моисея повести его через пустыню в Ханаан. Это было работой не самого Моисея, но тем, что лично направлялось Иеговой, и поэтому Моисея нельзя назвать Богом. Моисей также установил закон, но этот закон был лично предписан Иеговой, который побудил Моисея огласить его. Иисус также огласил заповеди и отменил закон Ветхого Завета и учредил заповеди для нового периода.
Почему Иисус является самим Богом? Потому что речь идет не об одном и том же. Совершенная в свое время работа Моисея не представляла период, как и не открывала она новый путь. Путь Моисея направлялся Иеговой, и он был всего лишь человеком, которого использовал Бог. Когда пришел Иисус, Иоанн уже выполнил один шаг работы по прокладыванию пути и приступил к распространению Евангелия Царства Небесного. Начал это Святой Дух. Когда явился Иисус, Он непосредственно выполнял свою собственную работу. Но между Его работой и работой и речениями Моисея была огромная разница. Исаия также изрек много пророчеств, но почему тогда он не был самим Богом? Иисус изрек не так много пророчеств. Почему же тогда он был самим Богом? Никто не осмеливается сказать, что вся совершаемая в то время Иисусом работа исходила от Святого Духа. Как никто и не осмеливается сказать, что вся она исходила от человеческой воли, или что она всецело была работой самого Бога. Человек никоим образом не может анализировать подобное. Можно сказать, что Исаия выполнял такую работу и изрекал такие пророчества, и все они исходили от Святого Духа. Они не исходили непосредственно от самого Исаии, но были откровениями от Иеговы. Иисус не выполнил большого объема работы и не сказал много слов, как не изрекал он и множество пророчеств. Для человека его проповедь не казалась особенно возвышенной, однако он был самим Богом, и для человека это непостижимо. Никто никогда не верил в Иоанна или в Исаию или в Давида, и никто никогда не называл их Богом или Богом Давидом или Богом Иоанном. Никто никогда не говорил чего-либо подобного. И единственно только Иисуса называли Христом. Эта классификация сделана согласно Божьему свидетельству, предпринятой им работе и тому служению, которое он совершил. Что касается великих людей Библии, Авраама, Давида, Иисуса Навина, Даниила, Исаии, Иоанна и Иисуса, то благодаря совершенной ими работе ты можешь рассудить, кто является самим Богом, к какому типу людей относятся пророки и к какому типу людей относятся апостолы. Кого использовал Бог и кто был самим Богом, различается и определяется сутью и родом сделанной ими работы. Если ты не способен увидеть различие, тогда это доказывает, что ты не знаешь, что значит верить в Бога. Иисус есть Бог, потому что Он изрек так много слов и выполнил такую большую работу. В частности, Он явил так много чудес. Подобным же образом Иоанн также выполнил большую работу и изрек множество слов. Так же делал и Моисей. Так почему никто из них не назван Богом? Адам был создан непосредственно Богом. Почему он не назывался Богом, а вместо этого именовался сотворенным? Если тебе говорят: «Сегодня Бог совершил так много работы и изрек так много слов. Он сам Бог». В таком случае, раз Моисей говорил так много слов, он, должно быть, тоже сам Бог.
тебе следует спросить у них в свою очередь. Почему в то время Бог свидетельствовал об Иисусе, но не об Иоанне, как о самом Боге? Разве Иоанн не пришел прежде Иисуса? Что было больше, работа Иоанна или Иисуса? Для людей Иоанн представляется больше Иисуса. Но почему Святой Дух свидетельствовал об Иисусе, а не об Иоанне? То же самое происходит и сегодня. Вначале, когда Моисей вел народ Израиля, Иегова говорил с ним из облаков. Моисей не говорил непосредственно от себя. Вместо этого его направлял непосредственно Иегова. Это была работа, проводимая в Ветхозаветном Израиле. В Моисее не было ни духа, ни Божьего естества. Он не мог совершать такую работу. И поэтому существует огромная разница между его работой и работой, совершенной Иисусом. И именно поэтому выполненная ими работа отличалась одна от другой. Использует ли человека Бог? Пророк ли он? Апостол ли? Или сам Бог? Можно различить по характеру его работы. И это положит конец твоим сомнениям. В Библии написано, что только Агнец может снять 7 печатей. На протяжении веков среди великих деятелей было много толкователей Писания. Можешь ты по этой причине сказать, что все они – Агнец? Можешь ли ты сказать, что все их толкования исходят от Бога? Они всего лишь толкователи, и они не имеют личности Агнца. Как могли они быть достойны того, чтобы снять 7 печатей? Правда в том, что только Агнец может снять 7 печатей. Но он пришел не только для того, чтобы снять 7 печатей. В этой работе не было необходимости. Она была сделана попутно. Он имеет совершенно четкое представление о своей работе. Была ли необходимость в том, чтобы он тратил так много времени на истолкование Писания? Нужно ли добавить период Агнца, истолковывающего Писание, в 6000 лет работы? Он приходит выполнять новую работу. Но он также предоставляет некие откровения о работе прошлых времен, побуждая людей понять истину о 6000 лет работы. Нет необходимости объяснять слишком много текстом из Библии. Нынешняя работа – вот что играет ключевую роль. Вот что важно. Ты должен знать, что Бог приходит не для того только, чтобы снять 7 печатей, но чтобы совершить труд спасения –